небо светлее. Дороги лучше. Шучу, конечно. Хоть поинтереснее ехать стало, не одни. Не кукурузные поля. Сверху на обочинах мусора полно. Я говорю, о, как кажется, все родное, мусор. Мусор на обочинах. Плохо видно сейчас, надо было раньше немножко снять, но ничего страшного. Машин тут, конечно, невероятное множество. Мы сейчас едем по трассе. Расстояние между Чикаго и там, где мы остановились покушать, город Ломбард, Ломбард называется, Ломбард, и расстояние между рестораном до отеля в Чикаго 20 миль, и мы должны, и езда примерно 40 минут. Обалдеть. Невероятное количество машин. Конечно, оттуда едет больше, нам официант, когда мы в ресторане были, сказал, что дороги, считай, 50-х годов, 50-х, 60-х, по планировке не расширялись с тех пор. Просто сумасшествие какое-то. Мы сейчас останавливались в трафике. Трафик это количество машин. О, какое здание красивое. Это, наверное, квартира или институт какой-то. Институт. О, консерватория там была. Едем. Интересные места. Такие. Конечно, другая архитектура, немножко с Южной Дакоты. 9-minute delay. Slow down ahead. 9-minute delay. Вон уже виднеются небоскребы. Небоскребы. Наверное, архитектура, я хотела сказать, другая архитектура. Немножко постарее все, чем в Южной Дакоте, где я живу. О, этот поезд. Классно. Я же просто, ну не то чтобы не привыкла, а отвыкла уже. Я же, в принципе, так. Мы же совсем рядом с Барнаулом жили. И там много народу. 600-700 тысяч. Похоже на Барнаул. Для меня по чувствам. Мост опять. ABC, Balloon. Я, конечно, все это снимаю для себя. В большей части. Посмотреть, что я делала, что я говорила. Какой-то день в моей жизни. Costner Avenue. Какое сегодня число? Сегодня 6-7. 7 марта. Завтра. Женский день. Вон они, небоскребы. Конечно, через камеру немножко дальше смотрится. Ближе. Independence Boulevard. Да, вот это народ еще выезжает оттуда, из Чикаго. Трамвай, это, наверное, это же, наверное, трамвай, это же не поезд, или может это поезд. Вот поближе подъехали, мусор сколько показываю. Домики такие рядом совсем находятся. О, вообще заброшенный вон стоит посрединке.
в основном все номера с Иллинойса. Иллинойс — это штат, в котором находится Чикаго. Идем гуляем по Чикаго. Колумбия. Колумбия. Магазин Колумбия. А это магазин. Магазин. Вот, кстати, впереди нас, вот где львы сидят, или кто они там, находится библиотека городская. Я так посмотрела на нее и думаю, ничего себе библиотека. Кстати, хотела сказать, что я заметила. Идем в центре города и не воняет автомобильным газом. Я помню, когда я в Барнауле, ну, в институте училась, когда в это время примерно, особенно в это время, когда идешь по центру города. Такая вонь. Парковка в нашем отеле, в котором мы остановились, мы, конечно, там не парковались, стоит $65 в день. Мы немножко отошли от нашего отеля, и парковка стоит уже $10 в день. Мы молодцы, короче. Мама хватит, он все разыщет и... О, наверное, по больнице, наверное, физиотерапия. А вот школа, чикаговская школа медиа. Ну, наверное, на кого-то учится. Ну вот, идем. О май гад. Вау. Look at the mirror. Look in the window, Alex. Как красиво. Как красиво. Вау. Как красиво. You want what? Wow. Wow. Gotta be. Yes, those are cars. A girl. Yeah. Yes. Вау, такая красота. Машинки как будто заезжают, машинки как змей. Алекс, вау. You see cars? I see cars! I see them! Hey, look at me. Alex, look at me. Мы заказали пиццу в отель. Пицца называется Deep Dish, потому что она глубокая. Ну, то есть, обычно пицца тут такой тоненький. Такое тоненькое тесто и тоненький слой. И да, на нем, а это именно чикаговская пицца. И она вот такая глубокая, типа. Deep Dish, глубокая тарелка. Вегетарианская пицца. Такая вкуснячая, обалдеть просто. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, всем доброе утро. Мы проснулись. Ну, я, конечно, уже давно проснулся, уже, наверное, часа 2.5 назад встала. Идем. Мы пошли с пятачком, с моим... Come on, mommy. Мы пошли на завтрак сейчас, и потом мы пойдем в планетарий. Алекс, идем. Немножко отель сниму. Что интересно. Алекс, don't touch that, please, okay? Can't touch that. Thank you. Good boy. Thank you. Thank you. Thank you. Вау. Как красота. Thank you. С
So they had a ball here on Sunday. Cool. That's pretty awesome. Yeah. Hey, how's it going? Hello. Alex, no, stay here. Oh, he couldn't get out of here. Trust me. Oh, okay. Trust me, he couldn't get out. Ah. Велосипеды стоят, можно арендовать. Бас! That's a bus! You like buses? Yeah, buses. Come on, I see. How long you been driving for Lyft? I'm on a just like 2 minutes. Bikes! You like it or not? Yes, it's a... Ooch! It's like a towel. Good morning. There you go, good job. I just drive like 3 hours during the week. Okay. Two puppies. You know, the rush hour, 7 to 10, 7 to 10:30. Then I have another job. Мы доехали до планетария. Нет, планетария. Да, планетария. Красота. Конечно, тут витрина такой. Сейчас пойду покажу. Let's go. Dude, you gotta cover them up. Витрина вообще невыносимый. That really cold. Сейчас покажу, какая красота. Там вон Lake Michigan называется. Надо застегнуться быстренько. Чайка, классно. О, сейчас так, мы зашли в планетарий. South Pole Telescope. Звезды. Глобус. Классно так все сделано. So glad we got here early. What is this? Be cool. Oh, is that your infrared? Daddy, yeah. Look it. Must be camera somewhere. Stay in here. Infrared. Look at Alex. You want to do it? Yeah. Okay. Look. Look at baby Alex. Look at baby Alex. Look at him. Look at baby Alex. You could see her face is better than Alex's. Look at how red my cheeks are. They're like burning up. Yeah, mine are too. My nose is burning up. Yeah! Телескоп, ничего себе! Look at that telescope, wow, Alex! Telescope! Wow! That's a cool telescope! Is that the biggest one in the world? I know, right? Wow, it changes colors! Yeah. We were smart. I know her. Daddy, woohoo! Say hi!
How are you? Like, this is such amazing. It's from 1616. Good. How are you? How are you? How are you? Mama, mama. Not unbelievable. It's crazy. Welcome to university. Oh, I look so tiny in here, in that mirror. Why? Well, look at me. That's a normal one. Try on the clothes of a medieval student. Oh, thanks, no. No, thanks. That's so disgusting. The motion of stars. Oh, look at all these cool things right here, Alex. Bubugabas. Look at that. Wow. The 18th century. Somebody invented this in the 18th century. Can you believe it? That's insane. Обалдеть просто. No. You can Alex, have you hold it here. You have Ben. Right here. Hold it. Hold it. See, nothing's happening. You gotta hold no, her touch hand. Touch her hand. Touch her hand. Touch his hand. Look at this! Wow! Ben, let's go! She's like, hold it. Come on, Alex. We gotta go see the show. Okay, come on. I gotta go to the theater too. Okay. Come on, Alex. Thank you. Come on, Alex. Where's the Big Bird show? Oh, yeah, the Big Bird, that would be down these stairs. So you're going to go all the way down those stairs, turn to your right, and you're looking right at the Infinity Theater for the Big Bird. Yes. Okay. Yes! You wanna go on the elevator? Yeah. I just pushed it. Elevator! Woohoo! Lower level! Can I push the button? Good job! Super gecko muscles! I'm gonna go see if I got that dehydrated ice cream. Good job, Alex. Wow, that looks cool. Какой вид красивый отсюда, вообще супер. Я вот магазинчик небольшой здесь. Алекс, положи на место. Alex, pick up the blocks and put them away. Yeah? Yeah? I did it! Good job. I'm a devil. Awesome. Put those away. Good job building. Good job, now put them away. Провели хорошо время в музее, ой, музее, планетарии. Все, конечно, понравилось, классно. Жалко, что подольше не могли остаться. Но у нас Алекс, и нужно торопиться. Ему уже спать хочется, ему уже надоело. Надоело одно и то же смотреть на звезды. Он мультики смотрел, пока мы там шоу про звезды смотрели. Конечно, ветерок здесь ничего себе такой с... Озеро поддувает хорошо. Завтра пойдем вот планетарий. Ой, планетарий. Фу, господи, аквариум. Тоже интересно будет. Полно школьных автобусов. Детей привозят, конечно. Мы, хоть мы и на машине приехали, мы решили... Сначала мы хотели пойти пешком, но было очень рано, и мы решили поехать на не на такси, а называется такой Lyft, даже не Uber, а Lyft. И стоило это нам проехаться $7, ну еще чаевые $5 стоит, $12 проезд.
Вы не спрашивали, сколько стоит на автобусе? Ох, как красота широкая. Ну, короче, дешевле, чем припарковаться. Парковка, по-моему, $10. Ну и мы еще решились назад пешком пройтись. Алексу показать. Да и самим интересно посмотреть. А? Мы идем до нашего отеля. Вот он, кстати, наш отель. I'm just making a video. I think we're gonna go over there. Okay. Короче, вон наш отель. Красный. Красненький. Называется Hilton Chicago. Hilton Chicago. Ой, какая здесь красота. В центре города. Это просто обалдеть. Парки. Вот как будто в Нью-Йорке, конечно, немножко по-другому, но очень похоже. What? You want to get your feet rubbed? My feet are fine. My feet hurt. Короче, мы Алекса повернули немножко, чтобы ветер... Немножко. 180 градусов. Чтобы ветер на него не дул так сильно. Кстати, не очень-то тут так дует. The wind slowed down after we Once you get off the shore. Yeah. So, yeah. Классно, конечно. Солнечно. Все жалуются, тут люди жалуются, что холодно. Выходим, мы с Южной Дакоты, нам не холодно. А я вообще из Сибири. Так что мне вообще не холодно. Мне красота в марте. Ни одной капельки снега нету. Так что все супер. Right? Cross. We can cross the street right there, can't we? Well, let's get on that side. I like walking on that side. Okay. Так, всем доброе утро. Еще раз. Сейчас мы идем. Только что позавтракали. И идем в магазин. Надо сходить, кое-что прикупить. Как всегда, конечно. Красота. В красоте гуляем. Merle Rescue Theater. Театр какой-то. Blackstone Theater. Черный театр, черный камень. С черного камня. Чего? What? What are you talking about? Look at it right there. Yeah? Yeah, well, you wanted to go through there? Huh? People do, I'm sure. I don't know why he's parked there. I think that guy was taking a picture. Небоскребы такие везде. Да, в Нью-Йорке, конечно, гуляешь в центре города. Там вообще ничего не видно. Там надо вот так смотреть, чтобы небо увидеть. Тут немножко видно. This is the hotel parking. Мой муженек себе куртку прикупил. Красавчик такой. Мы сейчас до машины еще пойдем. What? Warehouse liquor somewhere. Cool. Right. Показать быстренько, как мы идем здесь по центру Чикаго. И тут мусорка. Какие засранцы американцы все-таки. What's up? I can't hear you. What is he saying, Jared? Я иду на массаж. Я одна. Мне повезло, меня одну отпустили. И я пошла на массаж. У нас же выходной. Так что выходной отпуск. Так что я пошла массаж себе сделать. Вот мы пришли в музей. Алекс, пойдем. Мы пришли в музей. Field Museum. Вау! Huge herds of piranhas once pounded the grass. Wow. Giraffe. No, that's a zebra, Alex. Zebra. Скажи зебра. Молодец.
Butterflies. Делаешь, Алекс? Молодец, Алекс. Алекс. Алекс, go stand over there. Алекс. Alex! Come on! Dinosaurs! Пришли в музей тут. Found Sue in South Dakota. Really? Wow. It's probably Tyrannosaurus Rex. Whoa, Alex, Alex, look at that. Who is that? Who's that? Короче, не ступ подъезжал, как это называется. Не ступ. Вау. Сейчас сравним с размером ноги. The Sue store. Oh, so nowadays there's a store. Today's. Yeah, now there's a Sue store, but there's no Sue. How dare they sell Sue stores? Sell Sue without stuff? Sue on. Yeah, without Sue. That? Yeah. Wow. Food, it's not that bad. Huh? Look at that view. Snapchatting. Aquarium time. Boop, boop. One. There's that one. He's got little whiskers like a mouse or something. Fishy. Yeah. You like the fish, Alex? Absolutely correct. All right, now this next one is a little different. There's honors, and some of them is small. So let's see.